Так, аккумулятор 5-го года, 74 ампер-часа, перепылесован, разряжается. Так, подошел к концу, в принципе. 58 ампер-часов он отдал. Напряжение вот сейчас на нем 10,76, 10,74 показывает. Разряжался он сейчас 11,16. Разряжался он с вечера, с 5 вечера, 17 часов. Это 18 часов 15 минут. В принципе, можно отключать током. Ток разрядный сейчас 3,16. Пиковый был максимальный. Вот это ватт и 50 ватт. Так, 33 ватта. 3,98 это пиковый был ток. Сейчас 3,16. Сейчас 33 ватта. 50 ватт был в начале. Разряжается на две лампочки. Аккумулятор был заряжен. Затем он 7 часов отстаивался, то есть начальное напряжение на нем было 12,9 вольта, сейчас вот 10,75. В принципе, дальше его разряжать, ну, отдал 58 ампер часов. То есть, если его ток сделать немножко меньшим, чтобы на 20 часов растянуть, я думаю, что он 60 отдаст. 60 ампер часов, 60 ампер часов разделить на начальное 74, это 0,81. То есть аккумулятор потерял 19% за 10 лет, а мы его уже могли бы выкинуть. Сейчас ставим его на зарядку. Включаем IMAX. В принципе, можно отключить. Раз. Так, все, напряжение пошло повышаться. Вот у нас 58 ампер-часов. Включаем зарядочку. Холостой ход 11,2, 11,09, как-то так.